Как создать новый интерьер, при этом не прибегая к ремонту, так, не покупая новую мебель, не разводить вот эту грязь всю на 2-3 месяца. Не знаете? Подождите, кажется, я догадываюсь. Ты хочешь предложить нам оформить окно и тем самым наш интерьер преобразить? Но не только окно, да, оформить окно и, конечно же, добавить еще свой новый акцент на диван либо на кресло. Итак, буквально 2 акцента и ваш интерьер преобразится до неузнаваемости. Давайте знакомиться со шторами «Райский сад». Лен, надо уточнить, а что так, с ценой у нас? С ценой у нас что-то происходит, скидка 1800 рублей, но 2999 рублей только во время нашего эфира. Вы сегодня можете получить уникальную скидку и, конечно, давайте уточним, что мы получаем за эту цену, Катя. Это полноценный комплект, Лена, да еще какой! Каждая портьера, у нас их 2 в комплекте, шириной целых 2 метра, роскошный, торжественный. Торжественные шторы из шелка по такой цене – это настоящая находка. И самое главное, такой комплект – это идеальное решение абсолютно для любого интерьера. Да. Даже самый скучный интерьер заиграет новыми красками. Вот вам и доказательство. Посмотрите, обратите внимание на экран. Абсолютно простой, незатейливый интерьер, но фотошторы из декоративного шелка мгновенно его преобразили. Прекрасное решение для спальни, для гостиной и я бы, конечно, рекомендовала для детской комнаты. Но самое главное, дозвониться прямо сейчас и успеть для себя отложить комплект штор «Райский сад». Ведь цена, которая прямо сейчас 2999 рублей, она эксклюзивная и действует только в эту минуту. Уже завтра или буквально через час цена абсолютно взлетит на 1800, поэтому успейте сэкономить прямо сейчас. Слушай, Катя, ты сказала, что это декоративный шелк и это фотошторы. А разве можно на фотошторах делать, на эко-шелке делать фотошторы? Конечно, можно. Это новейшие технологии в мире текстиля. Лен, я прошу тебя подойти ко мне. Да. Для того, чтобы мы продемонстрировали, во-первых, дизайн во всей красе. И, конечно же, роскошный размер. Вот это ширина, да, одной портьеры 2 метра. Эксклюзивный дизайн. У нас здесь потрясающе, и флористичный принт. И, конечно же, роскошь вензелей, которые делают эти шторы более торжественные. Ну и, конечно же, самый элегантный материал во всем мире – это шелк. Но шелк не простой. Это декоративный шелк. И в этом, на самом деле, огромное есть преимущество. А вот какое преимущество, хотелось бы спросить. Потому что все-таки шелк, эта ткань, довольно капризная и тонкая. Шелк капризная. Декоративный шелк, наоборот, обладает уникальной практичностью и износостойкостью. Но все-таки ученые трудились целых 2 столетия над этим уникальным волокном, над созданием аналога шелка. У них это получилось, но они еще добавили практичности. Что очень важно, декоративный шелк, это важно особенно для штор, не боится ли на прямых солнечных лучей. Это значит, что шторы не будут выгорать. Это здорово, потому что однажды мама моя выбрала для себя яркие шторы, буквально полгода на солнце, и все, они потеряли свой внешний вид. А здесь райский сад никогда не выгорит, а значит, мы с вами будем получать райский сад в своем доме. Вы обратили внимание, что на наших шторах есть райские птицы, а это, между прочим, залог удачи и залог благополучия. Пустите благополучие, удачу и создайте райский сад в своем доме. Цена действует только сейчас, 2999 рублей. И если в вашей корзине уже есть наше специальное предложение дня, то приобретая еще и райский сад для своего дома, вы получаете бесплатную доставку. Дозвонитесь прямо сейчас и не упустите свои выгоды. Как мне нравится красота. Слушай, красиво драпируется. Да, действительно, декоративный шелк обладает очень красивой драпировкой, поэтому вы с легкостью можете дополнить шторы «Райский сад» тюлем, подобрать их подхватами, и вы получите абсолютно новый образ вашего дома. Но я хочу вернуться как эксперт к практичности декоративного шелка. Ты знаешь, шторы из декоративного шелка висят у меня в спальне. Так, расскажи. Но выбрала я их неспроста. Вот я знаю, Лен, что ты у нас заботливая мама и хозяйка. Да, я тоже забочусь о своей семье. Я не просто так тебе это говорю, возьми на заметку. Так. Итак, что очень важно, я выбрала данный комплект по той причине, что атласное плетение, то есть декоративный шелк,
он отталкивает от себя пыль и грязь. Да. То есть шторы пыли не накапливают практически, а это значит, что мы дома дышим чистым и свежим воздухом. Вы заботливая мама, вы заботливая хозяйка, вы заботитесь о своем здоровье, значит, выбираете шторы «Райский сад». Конечно, создайте не просто райскую атмосферу вашего дома, но еще и подарите своим близким и себе атмосферу чистоты и комфорта. Уютные шторы, которые не накапливают пыли и грязи. Это просто фантастика сегодня в мире текстиля, я бы сказала. Представляете, во-первых, их не нужно стирать каждую неделю, а во-вторых, мы будем дышать с вами свежим и чистым воздухом. Свежий и чистый воздух, который еще будет с вами целых 10 лет. Ведь это декоративный шелк, он уникален тем, что будет служить вам верой и правдой 10 лет без потери качества, как заявляет производитель, но, конечно, уточняет, что при правильном уходе. Так, а какой правильный уход нужен, Катя, расскажи. А правильный уход очень простой. Это деликатный режим, температура 30 градусов в вашей стиральной машинке. Мы экономим и время, и деньги на химчистке. Вот это здорово, потому что очень часто шторы мы с вами относим в химчистку, так как стирать их очень сложно. Здесь не нужно тратить дополнительных средств. Мы отдаем всего лишь 299 рублей в год, потому что эти шторы, ваш райский сад, прослужат вам 10 лет. Не упустите возможность оформить ваш дом и превратить его в самый настоящий райский сад. Дозванивайтесь прямо сейчас, оформляйте свои заказы. Мне хочется спросить у тебя, если у нас готовое решение, то что обычно вы приобретаете, когда выбираете для себя шторы? Это, конечно, еще дополнительные траты на подшив и на подшив еще шторные ленты. Вот хотелось бы уточнить именно этот момент, потому что я с этим абсолютно не дружу, особенно со швейной машинкой. Ну, Лен, наш комплект уже готовый, отшитый, и он уже идет на шторной ленте. А шторная лента – это универсальное крепление, которое прекрасно подойдет для любого карниза. Вот в данный момент вы видите шторную ленту, которая подойдет для крючков, для крокодильчиков и просто для штанги. Вам не придется менять карниз, и что самое главное, вы сможете самостоятельно повесить данные шторы, но без какой-либо помощи за 15 минут. Кстати, Лен, ты знаешь, что шторную ленту пришить стоит 1000 рублей? Да, конечно, знаю, потому что, во-первых, я сама не умею пришивать. Однажды бралась за это дело, у меня сломалась иголка, машинка. В общем, я столько потратила нервов и сил, но не мое это шить. Отдавала, конечно, в ателье, очень долго ждала. У меня буквально 3 дня дома я жила без штор. Сегодня мне отрадно, что мы за 2999 рублей получаем сразу 2 портьеры по 2 метра. То есть мы получаем 4 метра эко-шелка, да еще и с фотопринтом. Наши шторы уже обработаны и, конечно, подшита у нас шторная лента. Нам остается только дозвониться, получить свой заказ, распаковать посылку, повесить шторы и ощутить себя в райском саду. Успейте дозвониться, украсьте свою жизнь и начните жить по-новому, по-райски, я бы сказала.